Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Питер Брейгель старший. Притча о слепых. Холст, масло 86 на 154. Одна из самых знаменитых работ. Надо сказать, что эта картина написана по мотивам притчи, известной еще с библейских времен. В Евангелии от Матвея приведены слова Христа о фарисеях. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то упадут в яму. Художник пишет кряжестые, сгорбленные, изуродованные тяжелым трудом и условием жизни фигуры. Иногда трудно понять, мужчина это или женщина. Все они выглядят одинаково, серо и однообразно. Виртуозно выстраивает ритм опирающихся друг на друга слепцов пустыми глазницами. Ну, конечно, очевидно, наверное, автор хотел иносказательно показать глупость заблуждения человечества. Живописец детально, точно изображает природу, местную архитектуру. Каждый может прочитать в этой работе свое. У кого-то рождается сострадание к героям, для других данное произведение – поучительное напоминание. Вот такое описание картины Питера Брейгеля-старшего «Притча о слепых». Все, всем пока, всем привет. Все то, что мне удалось найти в интернете по этой картине. Пока-пока, узнали что-то новое. До свидания. Thank you.